Завершается работа над книгой об одной из самых трагических страниц истории Южной Осетии. Она будет готова к изданию уже осенью текущего года. Автор книги – кандидат исторических наук Константин Пухаев. Несколько десятилетий он занимается историей осетин 20 века. Рабочее название книги – «История геноцида Южных Осетин. Как это было?». Книга работой завершена. Сейчас идет техническое оформление какое-то, там чисто компьютерная работа, оформление сносок. Общественность республики давно ждет признания нашего геноцида. И если эта самая книга каким-то образом поспособствует процессу признания геноцида Южных Осетин, то я этому буду только рад несказанно. Книга охватит период с 1918 по 20-е годы. Главной проблемой в работе над книгой историк назвал отсутствие полной информации о событиях тех лет и доступа к архивным данным. Наше архивное управление было создано в 21-м году с установлением советской власти. То есть досоветский период здесь освещен очень и очень куцо. У нас была какая-то надежда, может быть, через кого-то или как-то воспользоваться архивами, которые отложились, документами, которые отложились в фондах архивов Грузии. Здесь нас в первую очередь интересовал бы архив НКВД. Но, увы, по известным причинам сегодня Остин, тем более из Южных, это исключается. То, что Руслан Сулейманович пишет в своей книге, что архивы Грузии, касающиеся геноцида Южных Осетин 20-го года, намеренно уничтожались, это тоже, наверное, имело место быть. При содействии президента Южной Осетии Анатолия Бибилова историк побывал в Государственном архиве России. Он проявил большую заинтересованность в том, чтобы эта страница нашей истории, какая бы она ни была печальна, была воссоздана объективно. Понял, что для этого необходимо сделать. И тут же была оформлена командировка, и два раза мне пришлось выехать в одном архиве, в другом позанимался. Ожидал, конечно, большего, но должен сказать, что то и даже то, что сумели мы извлечь из фондов этих указанных архивов, это тоже весьма ценный материал. Работа над книгой велась около полутора лет, и уже сейчас рукопись готова. Она получилась достаточно объемная, более 300 страниц. Книга будет направлена на лицензирование известному остинскому исследователю, историку Руслану Бзарову. Он любезно согласился прочитать. Я надеюсь, что он сделает, может быть, наверное, какие-то ценные замечания, пожелания. Я с благодарностью приму и критику. В 2015 году указом президента Южной Осетии была образована комиссия по мемориализации геноцида осетинского народа. Одним из пунктов мероприятий, которые необходимо подготовить к исторической дате, является издание научного труда на тему геноцида. Это поручение было дано мне. Могу с какой-то долей ответственности сказать, что возложенную на меня задачу я выполнил. Вот. Книгу, по словам автора, должны читать люди исключительно с крепкими нервами. Невозможно без содрогания читать об ужасах и зверствах, которые учинили осетинскому народу. В следующем году отмечается столетие геноцида Южных Осетин. Парламент страны обратился в Госдуму с просьбой признать геноцид осетинского народа. События 20-х годов геноцидом назвал и президент России Владимир Путин. Южная Осетия ждет признания геноцида. Самое главное, по словам Константина Пухаева, восстановление исторической справедливости. Залина Кочева, Александр Кочев, информационный выпуск сегодня.